Погнали. Можно чуть сложнее просто, что взяло больше, чем обычно. По всему городу задействовано свыше 2500 сотрудников милиции, в том числе для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан столицы. На все вызовы, в общем, реагируется моментально. Пока бүгін мына 31 декабрь выезд бол элек. Болбой эле койсун, тынчылы өтсүн. Мына азыр бир выезд болду, ал эми дежурствода кетишти да машина. Площадьта, Алату аянтында концерт болот қан үшін, ұша салют бүткіче, ұша яқта дежурста болот. Ал дежурста 4 саат, 5 саат болот. Видеоблер, бізді видеоблер көн қалшыған. 31 декабрь біз үшін бұл, біз бір сутки іште, 3 сутка бош болғандықтан, 31 декабрь бізге бір чет майрам осы да, екіншісінде біз сутка рабочий день. Да. Вот он инцидент произошел, не знаю, подошел, начал махать ножом. Я убежал, оборачиваюсь, он лежит, парниша лежит. Я вниз побежал, гаишник стоял, я ему сказал, так и так, вот так и случилось. Он сказал, позвони. Я позвонил, сказал, я два раза позвонил, сказал, что так и так здесь произошло. Потом обратно возвращайся, его нет. Или он встал, или его ударили, ушатали. Жаңы жылдын келишине бир саналуу эле убакыт калды. Бишкек шаардык милициясы бүгүнкү күндүн таң атканда бери ушул элдин коопсуздугун сактоо максатында ошол биздин аянтта кызмат өтөткөн күнү ушул площадьта бир да кылмыш катталган жок. Жоголгон балдар болуп атат. Жоголгон балдар үчүн жаш балдарын жоготкон үчүн атайын штаб автобус түзүлгөн. Ошол жерден келип жеткизип ошол жерден алып кетип атат. А там у вас стол накрыт или как? Не знаю даже. Мы сегодня весь день ездили и даже не заезжали, вот не успевали. Перед нас научился каждого из нас. Я верю в неиссякаемую мудрость и созидательную силу нашего народа. Дорогие друзья!
С Новым годом! Ага. Остыдим, а? Остыдим, а?